Вы смотрите видео об отеле «Зона Саалбач». Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель «Зона Саалбач» расположен в стране Австрия в регионе Заальбах-Хинтерглем и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Около 900 метров от центра курорта Заальбах. Около 800 метров от ближайшего подъемника. Рядом с отелем на центральной улице находится остановка «Скибас». Возможен скиинг. На территории отеля имеется ресторан, бар, лифт, комната для хранения лыж, парковка, гараж за доплату, Wi-Fi за доплату, крытый бассейн, сауна, парная, джакузи, фитнес-зал, солярий за доплату, услуги салона красоты за доплату, бильярд за доплату, дартс за доплату. В номерах есть балкон, душ или ванна, фен, банный халат, мини-бар, холодильник, радио, телефон, спутниковое ТВ, интернет. Номерной фонд отеля состоит из 8 сингл кахумайс, окей, 22 квадратных метра, мин, 1, максимум 3 человек, душ, раздельный туалет, односпальная кровать, телевизор с плоским экраном, сейф, высокоскоростной доступ в интернет, балкон на южную сторону, 27 дабл рум кахумайс, окей, 26-30 квадратных метров, мин 2, максимум 4 человек, душ, раздельный туалет, двуспальная кровать, диван, письменный стол, телевизор с плоским экраном, высокоскоростной доступ в интернет, сейф, диван-кровать, 3 сингл рейтер каджол, окей, 22 квадратных метра, максимум 1 человек, душ, раздельный туалет, односпальная кровать, письменный стол, телевизор с плоским экраном, высокоскоростной доступ в интернет, сейф, балкон, 13 дабл рейтер каджол, окей, 26-30 квадратных метров, мин 2, максимум 4 человек, ванна, туалет, двуспальная кровать, письменный стол, диван с креслами, телевизор с плоским экраном, высокоскоростной доступ в интернет, сейф, балкон, 3 Junior Suite Barn Cajal, окей, 33 квадратных метра, мин 2, максимум 4 человек, ванна, раздельный туалет, гостиная и спальня, 2 телевизора с плоским экраном, высокоскоростной доступ в интернет, сейф, балкон, 4 Junior Suite Spielberg, окей, 38 квадратных метров, мин, 2, максимум 4 человек, ванна, раздельный туалет, гостиная и спальня, 2 телевизора с плоским экраном, высокоскоростной доступ в интернет, сейф, балкон, 6 Studio Chiberge, окей, 40 квадратных метров, мин 2, максимум 5 человек, ванна, туалет, двуспальная кровать, диван-кровать, телевизор с плоским экраном, высокоскоростной доступ в интернет, сейф, балкон на южную сторону, 2 апартмент, окей, 52 квадратных метра, мин 3, максимум 6 человек, ванна, душ, 2 спальни с двуспальными кроватями, диван-кровать, 2 туалета, 2 телевизора с плоским экраном, высокоскоростной доступ в интернет, сейф, 2 балкона, 1 суит саном, окей, 70 квадратных метров, мин 2, максимум 5 человек, ванна, душ, туалет, спальня, большой шкаф, гостиная с кухней, 2 дополнительные кровати, диван и зона отдыха, 2 телевизора с плоским экраном, высокоскоростной доступ в интернет, сейф, балкон, 1 суит звайрбан, окей, 50 квадратных метров, мин 2, максимум 5 человек, душ, раздельный туалет, спальня, гостиная, 2 телевизора с плоским экраном, высокоскоростной доступ в интернет, сейф, балкон на южную сторону, джигасьюте, окей, 58 квадратных метров, мин, 2, максимум 4 человек, гидромассажная ванна, душ и отдельный туалет с биде, спальня, гостиная, диван-кровать в гостиной, 3 телевизора с плоским экраном, высокоскоростной доступ в интернет, сейф, балконом на восточную сторону, балкон на западную сторону, балкон на южную сторону. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть сауна, массаж, джакузи, солярий, паровая ванна, солярий. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, турецкая баня, джакузи. За дополнительную плату имеется массаж, солярий, настольный теннис. Для детей есть детская кроватка, игровая комната, детское меню. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.